Вика, всем привет. Мы доделали черновой пол. Вика его даже обработала антисептиком. И сейчас мы будем строить здесь еще одну стенку. Ну все, мы наконец-то закончили еще одну перегородку. Вот она. Косину надо? Надо. Ну надо, значит будем еще косину делать. Вот такая вот штука. Здесь и дверь будет. По краям мы еще положили по дополнительной лаге, на которую мы будем крепить уже чистовой пол. Вот она. Тут тоже. И вот чтобы вот встала вот эта стена, не висела в воздухе. Ну это временные доски валяются. Ну вот мы тут с Викой привезли гипрок и плитку, ну и всякую фигню из Питера. Вот мы разгрузили гипрок и керамогранит, клей. Вообще такой классный, под дерево. Тяжеленный собака, 25 килограмм за пачку. Ну, ножом порежем. Короче говоря, самый дешевый вообще он оказался в Леруа Мерлен. 400 рублей за квадратный метр. Ну, в общем, он такой классный, не знаю. Выглядит он не очень дешево. Ну, нет. Багажник вешаем. Всем привет! Сегодня понедельник, у меня начался отпуск, и мы будем дальше делать нашу баню. Привезли мы доски по 2 метра, но они нам для пола пригодятся. Про гипсокартон я уже рассказывал, пара гидроизоляции. И вот еще привезли мы с местных баз строительных теплоизоляцию Rockwool, не горючую каменную вату. Ну, начнем. Итак, парную помывочную мы проложили гидроизоляцией снизу. Сверху на нее мы сейчас положим каменную вату, как утеплитель. Потом сверху еще раз положим пароизоляцию, дальше досочку и гипрок, а на него уже будем приклеивать плитку.
Кусочек взорвался. Вот и все. 100 миллиметров утеплили. Здесь у нас 58 сантиметров между лагами, поэтому он с небольшим даже сжатием входит плотно. Вот так вот. Если бы он подталкивался. Я вообще так делаю. Он развалился. Нормально все. Подоткнем его. Мне кажется, я первый не той стороной подложила. Че ты? Первый не той стороной положила. Не хочет. Ну, сейчас я подправлю, ладно. Да. Прикольно. Здесь мы разрезаем целый кусок пополам. Кладем один кусочек здесь, другой здесь. Здесь целиковый. Потому что вот тут вот у нас стык, чтобы холод не проходил, мы нахлёст кладем кусочки. Уже окончательно. Ну вот, мы проложили 150 миллиметров каменной ваты Rockwool. Следующий этап, мы будем сверху прокладывать пароизоляцию, которая, по идее, не должна дать пару и влаги проникнуть в теплоизоляцию. Сверху мы положим доску, на доску положим гипсокартон, угостойкий, да, на него уже плитку. А вот мы уже накрываем пароизоляцией нашу теплоизоляцию, чтобы не допустить попадания влаги, пара вниз.
У нас сломался очередной степлер, мы поехали купили другой. Вот, время наше немножечко работы затянулось. Но думаю, что мы еще сегодня поработаем. Да? Непростительно. Ну, в общем, короче, как-то так. Ну вот, мы прогидроизолировали. Нет, пароизолировали. Наш пол в парной, в помывочной. Вика там обрезает выступающие части. Швы вот я проклеил металлическим скотчем. Вернее, шов у нас один получился. Поверх пароизоляции вот мы прибиваем обрешетку, чтобы положить на нее гипсокартон. Как-то так. Ну все, на сегодня хватит. Пойдем обедать или ужинать. Ну, короче, вот тут забил я только одну сторону. Завтра здесь на брешетку сделаем и продолжим. Сегодня вторник, утро, 28 июня, второй день моего отпуска. И вот мы с утра зашили окончательно обрешетку для гипсокартона. Ну и будем, как говорят у нас в деревне, ложить.
пропиливаем технологический ход для стоков воды. Гипрок мы положили, прикрутили его саморезами. Здесь я оставил отверстие под слив воды. Тут будет стоять душ или ванна, что-нибудь. Вот здесь вот парная. Ну, будем учиться класть плитку. Ну вот, короче, кладем эту плиточку. Что-то плиточник из меня, конечно, так себе. Первый раз этим делом занимаюсь. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Да все нормально. Все будет. Ну вот, как-то так. Плиточник из меня. Нормальный. Давай-ка еще. Ты заставляешь меня работать. Ну, в общем, вот, мы положили всю плитку. Там мы оставили технологическое отверстие под слив воды. Все получилось достаточно прикольно. Можно сказать, даже ровно. Да? Да.